Самопровозглашенные Донецкой и Луганской республики не будут проводить местные выборы по украинским законам, если они не будут согласованы с Донбассом. С таким совместным заявлением выступили Денис Пушилин и Владислав Дейнега, представители ДНР и ЛНР на переговорах в Минске. Ранее глава Донецкой республики Александр Захарченко заявлял, Украина должна принять решение о проведении местных выборов до 14 июля. В противном случае самопровозглашенные республики сами определят даты голосования. Напомню, проведение местных выборов в Донбассе – один из ключевых этапов урегулирования конфликта на Украине в соответствии с Минскими соглашениями.